Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Вейла. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Thank you.
Дверь в группу связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. Thank you.
журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. На корабль совершено нападение, но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. Сот! Это USG Ishimura! Это... Черт! Не верю своим глазам. Вся система связи отрубилась. Все, выхожу из эфира. Конец связи. Коммуникационный луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Передающий кластер совсем плох. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Зона невесомости. Thank you.
прием сообщений. Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Сэм Вейлор, вызываю USG Ishimura на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэммонд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. USM Вейлор... Ответьте, Вейлор! Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт! Айс, к корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма.
Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего леса. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать тебе. Слушайте. Я отменяю эту миссию. Занесу Си-И-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту.
Я видел, как он застрял кормой в Ишимуре. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится.